Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить SCP Containment Breach. Тихо! В общем, в прошлой серии мы не могли пройти одно место. Собственно, это из-за 173-го и из-за бага в этом месте. Сейчас мы на него посмотрим. Вот, собственно, тут ничего нету, пустота. А в том месте, где мы якобы можем пройти... Находится тот, кто я уже говорил. О ком я уже говорил. Вот именно. Так, не здесь. Сейчас сходим посмотрим. Блин, в какой стране я забыл? Так, неважно, давайте пройдемся еще раз по тем местам, куда можно было бы пройти. Так, здесь у нас лес, насколько мне известно. Насколько мне помнится. Сюда мы пройти не можем, нужен ключик. Где взять ключа, тоже не знаю. Охрип, что-то я совсем. Так, в этом месте мы не проходим. Возвращаемся на развилке. Давайте вспоминать, что, где и как, потому что я уже забыл. По развилкам мы по всем прогулялись. Чуть дальше была еще одна развилка, по идее. Которую мы уже проходили, просто не всю. Так, здесь спуск вниз. Там может обитать 173-й. Поэтому туда мы не пойдем. Должен быть другой путь. То есть мы уже многое осмотрели, многое обошли. И нам еще многое осталось. Но пока что туда, куда я могу реально пройти, туда я пройти просто-напросто не могу никак. Еще одно. Она раньше такая и была? Я вообще проходил в это место? Осматривал его? Сколько здесь черных дверей? Сколько пропастей? Я уже 3 насчитал. Так, ясно. Здесь, в принципе, все ясно. Маска пробила нам путь. Теперь можно не бегать на скорость, а в этом месте. Вот именно в этом месте он и обитает. Вот. Если судить по звукам, то он уже здесь. А вот где именно? Самое страшное, потому что он может быть... Где угодно сейчас, там справа есть дверь, он может быть там. Он может быть снизу, может быть прямо здесь. Судя по камере, его здесь нету. Мне нужно сходить прогуляться внизу, вот здесь. Ну, скотина, именно здесь он и обитает. Так что я могу легко умереть. Я боюсь его, реально боюсь. Так что давайте пройдемся все равно. Ляха-муха, он где-то здесь. Вон где-то здесь, скотина. Так, сейчас мне придется пройти... Вон чуть левее там. Там что-то есть, по-моему. Так, что-то есть. Все, что можно, мы, кажись, взяли. И заметьте, его нету. Его здесь нету. Я не знаю, умеет ли он подниматься по лестницам, но... Что-то мы взяли. А, мы взяли еще одну маску газовую. У меня маска пашет. Какой-то документик. Документик, неважный мне. В каком-то эвклиде. Тоже разновидности СЦП. Так, вон там на лестницу путь. Только бы не сдохнуть. А я хочу попасть на эту лестницу. Возможно, это путь там, где мы слева ходили, в ту комнату, и там была лестница вниз. Возможно, мы придем именно туда. Скорее всего, да. Вон там. Блин, по-любому это то самое место, поэтому я туда идти не хочу. Но здесь нету. 173-го, мы задержались в этом месте. Нифига не нашли. Может, там что-то еще есть, просто я плохо осмотрел.
Так, на камере нету нашего дружка. Поэтому бежим. Пока сохраняться, в принципе, не нужно, мы ничего не нашли. Мы обходим то, что мы уже обходили, потому что... Сами понимаете. Реально годного места, куда можно пойти, нету пока что. Все пока что серьезно. Ах, да, точно. Ну и что мне остается? Налево и направо. Вообще изначально получается, я пришел вот отсюда, да? Точно. Здесь комната докторов. Это у нас там конференц-зал. Комната. Так, здесь электричество. Там тоже ничего нет. Ну и в принципе все, мы возвращаемся. А других иных путей я не вижу. Ах, да, там мы не пройдем. Даже напрямик мы не пройдем, нужен парольчик. Если, ребята, я не смогу пройти вон там, никуда, там тем более никуда. В общем, если у меня не будет путей, вообще никаких путей там, куда я могу пройти наверняка, то я, скорее всего, воспользуюсь читом и пролечу насквозь эту дверь. Уж извините, я, конечно, не читер, не люблю им пользоваться, но тут просто нет выбора. Мне больше просто-напросто некуда пойти. Почему ты так устаешь, скажи мне, пожалуйста? Ну-ка, прими. Расслабься. Все, закончил. Так, это выход... Так, карточка 5-го левела не подходит. Поэтому дверь не откроется. Так, СЦП. Это ведь ты? Ну, то есть, наш дружок. Всем известный. Он, не знаю. Судя по звукам, он. Так, это мы где? Ага. Мишка, ты здесь? Мишки здесь нету. Так, а это путь куда? Так, в том месте мы включали, отключали генератор, включали свет. Какой длинный путь. Так, сюда мы еще вернемся, стоп. В этом зале нужно погулять. Какого хрена? Это кто? А мы в этом месте были? Туалет. Прикиньте, туалеты. Ходить в туалеты в хоррорах, это просто... Нет ничего лучше. Я не хочу. Серьезно, я просто-напросто не хочу. Бляха, как я не хочу туда идти. Я просто должен посмотреть на то, что там находится, потому что я в СЦП никогда не видел туалетов, и тем более, что там может быть. В этом месте, короче, не было еще. Ёпа, раз это команда зачистки! Ёп! Так, меня убил СЦП или они? Как удачно. Хорошо, мы нашли место. В общем, только что пробежался. А в этом месте уже другой путь, либо я просто пошел не тем путем, и это место я осматривал уже. Отсюда я тоже пришел, тут точка. Это место может быть выходом для меня. Так, ну мы теперь знаем, что там есть команда зачистки, и они поймали 173-го. Поэтому, ребята, мы можем спокойно гулять по этому месту. Спокойно посюда гулять и... Осматривать остальных СЦП. Опасности я больше не вижу. Какие опасности? Деда мы заперли, ходячий ломатель шеи тоже пойман. Только бы меня не кончили сейчас снова. Oh.
Там только что, по всей видимости, кто-то застрелился. Добрый день. До свидания. И что мне с ними делать? Теперь я знаю, что здесь есть опасность. То есть я могу пройти и проверить туалет, чего я не хочу вообще никак. Абсолютно не хочу. Боже мой. Так, а как мне пройти здесь? Добрый день. Поиграемся? Я тоже умею. Они ж тупые. То есть у меня есть полсекунды, чтобы убежать. Но я не смогу. Ну все, можно стоять здесь бесконечно. Колокольчик. Эта хрень мне не поможет, тем более, что, возможно, она меня замедляет. Добрый день. Ну, конечно. И в новую вы мне попали, и вообще везде. В общем, господа, к команде зачистки мы не пойдем. Мы пойдем в туалет. Посмотрим. Что за хрень тут произошла? Один из них застрелился. С чего это вдруг? То есть солдат обычный. Взял и застрелился. Окей, камеры я... Ну как камеры, как они называются-то? Кабинки. Я не буду осматривать. То есть открывать их и осматривать я не буду. В общем, у него нет ничего полезного. Ни карточки, ничего. Есть пушка, с помощью которой я мог бы кого-нибудь убить, возможно. Допустим, ту команду зачистки тех солдатов. Но, блин, нет, не могу. Мне интересно вообще, когда они оттуда уйдут. Они там есть. И что? Добрый день. Ой-ой-ой. В общем, сейчас я с ними рядом не вижу. 173-го, возможно, это просто баг, и он находился возле них. Они его не поймали. То есть, там был он, и были они вместе, прям в куче. Ну и он как-то на них это самое не подействовал. Он их не убивал, они его тоже. Ну и как-то вот так. Они ж тупые. Тут искусственный интеллект не очень. Совсем не очень. В общем, опасность мне все еще грозит. Туда мы не пройдем никак пока что, либо они там чего-то ждут, либо зависли. Поэтому мы пойдем другим путем. Через офис. Надеюсь, здесь нашего друга не будет. Он мне, конечно, не друг, но вы понимаете, о чем я. Так, а я вообще гулял здесь раньше, нет? Что-то не очень помню. Что, серьезно, не подходит? Так. А вот, собственно, я и с другой стороны. Нет, но все-таки эта дверь, по-моему, ведет именно в лес, то есть. Она такая скрытная. Ты ее открываешь, а там уже другое место. Тихо, что это такое? А, интеллект. Пытается со мной связаться. Так, ну все, в принципе, открывать эту дверь нам больше не нужно, мы на другой стороне. Но при этом, блин, я хочу ключик от нее. Хочу туда пройти. Ну хрен бы его. Где его взять-то? Бумажки всякие. Только одна. Да-да. А, пожалуйста, все СЦП-левелы и темы. Как-то переводится, не помню. Сворованы, походу. Обзор номеров, что-то там. Имя. Больше имени. Конверт. Я больше не буду все это переводить, потому что не переведу. Или неправильно переведу. Доктор Герц. Что-то там писал. Карточки какие-то, что ли? Какие-то уровни сворованы были. Как мне показалось. Так. Что там было написано? Как называется? Нотификацион. Нотификация? Не знаю, как это тоже переводится.
Что это означает? Офис, в принципе, тоже бесполезный. Взяли бумажку и все. Больше здесь ничего нет. Сейчас можно будет еще раз пойти посмотреть, может, они ушли. Ну, в туалете, в принципе, ничего страшного не было, да? Возможно, что-нибудь есть в кабинках, но кабинки я открывать не хочу. Возможно, они даже не открываются вообще. Это к лучшему. Господа, вы все еще там? Ну-ка. Потому что если там, мне снова придется загружаться. Они меня не спалили. Да, свидос. Валяха, придется идти другим путем. То есть тем путем идти как бы не стоит, потому что я там уже находился. Как бы. Придется идти через офис. Так, нет, в этом месте я проходил. Не помню, каким путем я пришел вообще изначально. То ли оттуда, то ли через офис. Как офис, там другой офис маленько. Там, где уточка находится. Сегодня у нас побегушки. Только побегушки. Где то, что я хочу? Где офис? Тут столько путей, заблудишься. Оглянуться не успеешь. И ты уже хрен знает, где находишься. Чего ж ты ходишь-то еле-еле? Как тебе такое? Ой, стоит такой, капец. Так и обделаться можно. Чё такое звук постоянно в этом месте, когда я прохожу? Как будто оно открывается или закрывается, защелкивает. Какие-то такие странные звуки. Просто, может, мне... Меня интеллект подталкивает в это место, типа... Там находятся специальные рычаги, питание, чтобы я мог пройти дальше. Но у меня-то все есть уже. Первый уровень днища. Не помню даже, какие двери он мог открыть, но... Теперь даже моя карточка 5-го левела открывает не все. Но выхода она не открывает. И еще одно. Блин, сколько можно СЦП? Контейнер, бридж. Вот что с тобой не так? Почему он забаговал? Вот ёб твою мать. Вот оставил я его здесь. Запомнил, что оставил. Потом открою двери и обделаюсь. Вот где мне тебя оставить, чтобы я не напугался? Где? С тобой бегать тяжело, по-моему. Он прибавляет мне лишний вес. Какой-то космонавт прям стоит. Вот. Выход, собственно. Гейдж, а. Хрен. Принеси карточку побольше, если такая вообще есть. Так, где, в каком месте можно его пройти на другую сторону? Где мы там бегали? Ну вот, я на той стороне. Выйди, выйди, отсюда выйди нахер. Как от нее выйти? Зажмурились, зажмурились и просто уходим. Блять. Я аж весь вспотел. О, как мне с тобой? Я-то думаю, что все помутнело? Как с тобой жить-то? С тобой долго не проживешь. Так, до свидания. Так, куда мне дальше идти? Где я могу жить? Какие пути для меня есть? Потому что я забываю все. Столько развел, что просто забываешь, чё, где и как можно. Но он перемещается. Судя по звукам. Там и оставайся. В общем, теперь я знаю, куда мне нужно идти. Примерно. Там, где появляется мишка, помните? Вот в то место мне сейчас можно пройти. Иных путей я просто не вижу. Нет, там, в принципе, ясно, что находится. Так, здесь пустая дверь, по-моему. Чуть дальше. А я оставлю ее, чтобы было видно. Чтобы я знал. Не дыши так. Блять.
Твою мать! Чё ж так пугаешь-то? Я ж чуть не кончил только что. Ну, в смысле, чуть не сдох. Чуть жить не перестал. Добрый день. Так, где то самое место? Напрямик, что ли? Там напрямик ничего нет. Или есть? Как бы есть, да. Ну да, тут ничего нету. Ну все, я уже теряюсь. Я просто теряюсь. Я не знаю, куда мне идти. В каком месте находится? Так, там возможно, но я сомневаюсь что-то. Ну все. А других путей просто нет вообще. Только это. И это оно? Это оно. Так. Ух ты мой. Как же потно все это. Так, маску мы выпустили, все. В общем, я иду тем же путем, возвращаюсь. Даже не знаю куда. А там, где я был сейчас, там просто вот некуда больше идти, все. Я все места обошел, какие можно, какие нельзя. Тут же могут захватить 173-го. Почему его не захватят? Почему они такие ни о чем? Так, что у нас в этом месте, я не знаю. Тут пароль нужен. Спускаться вниз я не хочу. И перепугался я сегодня. Капец, как перепугался. Колокольчик. Ой, замечательно. Там дед находится еще. Которого мы заперли. Пусть остается там. Так, хорошо, что у нас с этой стороны находится? Уточка. Замечательно. Опа, интеллект. Интересно. Будешь ли со мной сотрудничать, нет? Так, пятого. Поддается. Мы все сделали. Он открыл мне дверь. Так, а эту дверь ты мне откроешь, нет? Тут тоже уже как бы... Открыл. Готово. Мы прибыли к еще одному известному СЦП. Который поможет нам выбраться. Так, здесь требуется ДНК. Мой не подходит. Ну, привет, что ли? Вот ты, вот я. И все исчез. И, разумеется, немного я понял. Он сказал, типа, тебе нужна моя помощь, мне нужна твоя помощь, поэтому мы помогаем друг другу. Я, в принципе, включил его. Он откроет мне одну из дверей, по-моему, или обе откроет, не знаю, там, где выход, по-моему. Или какую-нибудь другую дверь. Я даже не знаю, на самом деле, какую. Ну, какую-то он мне откроет. В общем, все, мы сделали так, что мы теперь можем. Мы смогли с ним поговорить. Но вот к нему именно нас не пускают ни в какую. В общем, что конкретно нужно прям на 100%, я не знаю. А все эти двери, где нужна... не знаю, что там нужно. Верификация нужна, ДНК, не знаю, что это такое. Ни в одну из дверей не могу пройти, и не знаю как, поэтому я хочу просто ввести в консоли ноу-клип и
пройти сквозь дверь. Мне просто интересно, что там есть. По-моему, вместе надо вести. Ноуклип, да? Точно. Давай посмотрим. Скорее всего, ничего особо важного, но... Мне интересно. Так, в этом месте, видимо, описание. Так, ну это какая-то переписка, походу. Не знаю, чья именно. Тут в разных компах разные переписки. И тут, в принципе, все. Мы сюда прибыли только из-за переписки. Наверное, американцам интереснее всего гамать в нее, потому что они все могут тут прочитать свободно. Прочитали, и все. Больше ничего, в принципе, и не нужно. Все поняли, что к чему. Легко же им, а. Ну, в общем, что. Мы идем куда-то. Я просто не знаю, куда мне идти. Конкретно. Ну, кажись, он мне открыл одну из дверей. В общем, все идеально. Все идеально мы с вами сделали. Все под такое я перетыкал. Теперь у меня есть путь к двери для кого-то еще. Потому что интеллект я все. Интеллект я включил. Я смог к нему прийти. Он меня пустил. Сделай сейф. Молодец. Что у нас тут? Я уже все забыл, где я был раньше. Блять! Откуда ты взялся здесь? Откуда вы? Как? Он просто появился прямо из ниоткуда в этом месте. Тварюга, когда тебя запрут, а? Когда ты от меня отстанешь? Боже мой. Фу. Он просто прямо передо мной появился. А если бы меня напугали этим громким звуком еще, когда он появляется, я бы, наверное, тоже точно обделался. По-моему, он нажимает там кнопки и пытается ко мне приблизиться, нет? Судя по звукам. Может да, может нет. Так. Ну, короче, мы возвращаемся. Возможно, в том месте, в котором мы были, команда зачистки уже ушла. Есть такой вариант. Так, и проверим те места, где были эти двери. Особенные двери. Тихо, тихо, что происходит? Что происходит? Что творится? Они, короче, зависли, походу. Не, так не пойдет. Короче, эти ребята зависли. Там они и останутся. А может так и есть, может это просто как бы скрипт такой, в котором они должны там стоять и ничего не делать. Якобы чего-то ждут, но на самом деле ничегошеньки. Все, там ясно, туда мы не идем больше. Больше туда мы никогда не идем. Блин, теперь нужно искать дверь, которая нам нужна. Вот мы с той стороны. Эту дверь он мне не открывает ни в какую. Он открыл мне только определенную дверь. Мы помогли ему, чем смогли. Мы включили его. Все рычаги повернули. Какие надо. Теперь у нас остается только поиск дверей. В игре, по идее, намного больше СТП, намного больше интересного. Но, блин, понимаете, тут все строится рандомно. Все эти коридоры. Как повезет. Как то, где будет. О, боже мой. Так. Гейт А. Что скажешь? Ничего не скажет, да? Так, ну я не знаю, чем он мне поможет вообще. Вот я поставил его, потому что он мне мешает. Теперь я пугаюсь по-страшному от него. Так, опять этот звук. В этом месте мы ничего сделать не сможем. В этом месте мы не пройдем. Так, подниматься выше там тоже не стоит, там некуда идти. Я, в принципе, даже не знаю, куда мне пойти. Там тоже чернота.
Пути у меня немного. Остается возвращаться назад или идти вот так. Мне постоянно мешается 173-й. Гуляет везде. Ну и можно пройти здесь, вернуться. Так, сейчас вспомню, что находится здесь. И мы продолжим путь туда, скорее всего. Если здесь некуда идти. Так, офис, да? Хм. То есть в этом месте офис, в другом месте офис был, или тот же... Здравствуй. Ну, как бы ты ни хотел, ты в это место не пройдешь. Как быстро я вернулся в это место. Вы прикиньте вообще. Ведь только недавно я был. Ну, я, по-моему, был с той стороны, что ли. Так, то самое место, где он обитает теперь. Ну все, я не знаю, возвращаемся. Я вообще даже не понимаю. Да-да, попищи. Ну, в том месте, где я не мог пройти. Там дальше. То есть есть поворот к интеллекту, а есть в какую-то другую комнату. И в той и другой комнате, сами понимаете. Хрен, в этом месте меня откроет никто. Возможно, коды были написаны на этих бумагах. Которые я периодично находил. Может, пройдем там? Хотя, не. В общем, в том месте. Вот туда. Там появлялся наш дружок. Который нам не дружок, в принципе. Который меня перепугал. Фу, до чертиков. Так, стоп, а что у нас снизу? Интеллект, ясно. Ну да, попищи. Тоже. Так, вот здесь он появлялся, прям передо мной. Мы просто бежим. Так, пока дым, давай, топай. Так, не помню, что у нас было в этом месте. Фу. Так, передохнем. Передохнем. И знаете, что я думаю, ребята? Давайте на этом мы сегодня закончим серию. Погуляли и хватит. Еще успеем нагуляться, я думаю. Хотя, не знаю, что находится в том месте. Скорее всего, там был. А может, и не был, потому что не мог открыть без карточки в то время. Не помню. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. В общем, все. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.